Вот так вот принято в маринах разрисовывать стены. Экипажи, которые приходили сюда, оставляют здесь свои фирменные, так скажем, теги. Есть прям произведение искусства, как это. Есть еще стена достаточно большая, по всей по ней я не могу пройти. Но есть один момент, который заслуживает определенно внимания. Так, здесь есть мотоциклы, это уже хорошо. Так, он где-то дальше туда, ближе к выходу. Ну, больше всего норгов здесь плавает, судя по рисункам. Потому что норвежский флаг в каждом третьем или четвертом рисунке присутствует. Кто-то, видите, деятели свои лица оставил. Вот. Очень интересно идти и читать, кто когда был. Здесь даже есть где-то с отпечатками пальцев рук, ну, с отпечатками ладоней. Вот финны здесь есть. Вот. И по отпечаткам можно судить, что здесь были мама, папа и ребенок. Потому что последняя ладошка очень маленькая. Так, так вот он из... Вот это вот вещь. Представляете, сколько это надо было времени его рисовать? Видимо, я уже прошел с ладошками. Ничего, еще пройду. Ну вот, как-то так.